Привет всем! Хороший денек, вот, плюс 3. Знакомая у меня вчера расстроилась, поругалась с мужем. Не, это не анекдот. Они где-то там с мужиками наколдырились. Ну, что-то она на него наехала. Так вот, я скажу. Страдать по мудаку — это женский обычай. Прекращай. Ну и для настроения анекдоты для всех. Значит, военные действия. Командир дает команду всем в атаку. Все побежали вперед, кто-то брам назад. Он такой: так, стоять! Ты куда? Шарать! Я разбег беру. Второй анекдот. В детстве мама говорила, что мне на улице будут предлагать наркотики, алкоголь, проститутки. Где эти люди? Ну, третий тоже такой спокойный. Девушка такая плачет. Блин, мужики, вам от нас только одно надо. А что одно? Только секс вам от нас надо. А что вы еще кроме секса хотите? Ну, внимание. Так, внимание. Сейчас будет секс. Всем привет.